вот откуда. Песчаных акул! Что это?
Отлично! Западня! Пираты. В этом секторе их много. Спасибо, что сказала. Не за что. Надо же! Спасибо за стрим. Всем, кто кушает, приятного аппетита.
Ночего леса. Император не проявляет к ним никакого уважения. Надо его проучить. Мне нужно освободить своих братьев. Система довольно старая и путанная. Чтобы отключить поле, придется повозиться. Поработай спокойно. С ними я разберусь. Я поспешу. Солдаты идут от главного входа. Я разберусь. KT-7461! Вроде бы... Да! Пусть будет да! К нам прибыли новые друзья! Рэчик, полдела сделано. Значит, будем бить и брать пленников? Да уж, император нас балует! Рэчик, осталось чуть-чуть. Ты справишься, Рэчик? Конечно! Я жду, когда станет посложнее! Не надо посложнее. Пока император не узнал. Они так и прут.
спасли нас, сестра и Рэтчет. Спасибо. Остался всего один храм. Еще один храм. Всего один. Мы найдем их. Обещаю. Я говорю, не стоит придумывать мне прозвище. Или дружить со мной. Мне кажется, ты слишком строга к себе. Откуда тебе знать? Мы только познакомились. Но Гэри тебе верит. Монахи тебя любят. Может, зря ты поставила крест на дружбе? Я подумаю. Что за клан? Клан! Всегда готов прикрыть мою спину. А где он сейчас? Помогает мне в битве с Нефариусом, но мы разделились. А. Брат Ломбакс, принесешь мне эти ласферы и броня для ног твоя? Сегодня утром была странная встреча. Зашел Кейден. Совету понравилась моя работа на Савале, и теперь они хотят, чтобы я продолжил. Составил карту всех измерений. Вообще всех. Да, не уверен, что это возможно. В общем, я обмозговал это за обедом. Может, все-таки возможно. Нужен только измеренитель, Кейден одолжил. Год и 3 недели сроку, совет дал добро. А еще забыть про сон. Завтра приступаю. Мое первое измерение на карте. Все довольно стандартно, только цвета были такие яркие. Там были существа, одно даже походило на Ломбакса. Только уши поменьше, еще маска и трость, и... По-моему, оно совершило ограбление. В общем, выглядело здорово. Чтобы это невозможно. Насколько это слово употребимо, когда измерение рушится?
было любопытно, какие секреты в них таятся. Нельзя. Ну ладно. Отыскал, кроме выхода. Thank you.
Ловушка сработает! Что не кольтится на Реридан? Ты нашел мою ученицу. Вы оба молодцы. Вы готовы вступить в горный храм? Отлично! Тогда? Ну, готовы эмоционально. А так вам еще нужно преодолеть защитную систему храма, которую мы любовно называем тропой гибельных испытаний. Не люблю испытания. Вы все готовы, я уверен. Желаю удачи! Активные ботинки. С помощью KT-7461 ты легко достигнешь вершины. Значит, нам нужно очень быстро добраться до вершины. Двигаться дальше. Да, верно. Я смогу! Я смогу! Эти испытания довольно опасные. Это для защиты храма. Его строители были очень скрытными. Да уж. Без тебя я бы не справился. Теперь поможем монахам. Неизбывный оптимизм монахов!
снайперы. Здесь туман может сыграть тебе на руку. Вон они! Надеюсь, никто не ранен. Подведи меня к терминалу. Мне нужно их освободить. Это вирус. Если я подключусь к терминалу, он перекинется на меня. Моя подружка Глючка разберется. Сейчас, ну-ка.
Я рада, что вы целы. Но нам нужна помощь, чтобы попасть в архив. О, да. Встретимся в городе. Мы соберем всех и устроим вам проводы. Добрались! О, спасибо, что освободили моих братьев. Гэри, нам нужно скорее в архив. Дело срочное. Сейчас. Братья, ну-ка смажем пространственные колеса. После вас. Тебе предстоит прыжок в неизвестность, Рэтчет. Так что хорошенько разбегись. Нам нужно на крышу! Как ты смеешь перечить воле Императора? Склонись перед Императором! Склонись и умри! Мы пришли за монашками, а ты просто мешаешь! Не оказывай сопротивления, Ломбокс! Скажи слава Императору! Говори! Чтобы попасть внутрь, нужно включить генератор. Силовое поле отключается. Теперь архив открыт. Заходим в него. Хорошо. Карта не пострадала. Эти символы ни с чем не спутать. Ломбоксы. Это они построили. Мой отец был хранителем Измеренителя. Ну, в смысле, изначального. Отдал все, чтобы тот не попал в чужие руки. Прости, пап. Ты по ним скучаешь? По Ломбоксам? Трудно скучать по тем, кого не знаешь. Но, да, наверное, да. Я понимаю.
Может, ты их еще найдешь? Сперва выясним, можем ли мы построить измеренитель. Можем? Да. Но для этого нам нужен Горн со станции Кидару, самого охраняемого форпоста в галактике. Ну что, тогда погнали, KT-74. Рэтчет? Знаешь, Кит мне нравится. Значит, Кит. Нет! Пора уходить! Нужно защитить архив! Времени нет! Тогда прощай, Рэтчет. Из меня плохой напарник. Да, было страшно, но в то же время круто. Ты не понимаешь. Со мной опасно быть рядом. Меня создали как оружие, чтобы я охраняла империю. Однажды на службе я заметила мятежника в имперской зоне и попыталась задержать. Это... мое предназначение – калечить. Я не хочу, чтобы кто-то еще пострадал. Поэтому я не могу полететь с тобой. Ну, здесь-то все получилось, а? Да. Похоже, получилось. А уговор был такой. Если с этой задачей мы с тобой справимся, то... Ты хочешь продолжить? Ты очень странный, Рэтчет. Это мне уже говорили. Идем? Может, один разок? Да, я попробую. Спасибо, Рэтчет, что помог нам. Пустяки. Ну, полетели на станцию Кидара. Хочешь что-нибудь прикупить? Не ценят щиты, а зря! С помощью пустотного репульсора можно не только поймать снаряд, но и вернуть его отправителю! Щиты — это скучно! Такова правда жизни! Но что если научить щит отстреливаться, да? Да? Клёво же, правда? Знакомьтесь, пустотный репульсор! Нажав на спусковой крючок наполовину, вы выставите щит. А если нажать до конца, тот выпустит гроздь зарядов малой дальности с классным разбросом. Класс! Но... О-хо-хо! Это сейчас самый ходовой товар.
люблю начинать новые цепочки апгрейдов. Теперь от грусти не останется и следа. Врагу не поздоровится. Прямо глаз радуется. Солнце, у тебя кончился раритан. Всегда рады помочь. Если принесешь еще 4 ласферы, я выдам тебе нагрудник из этого же комплекта. Я отметил тебе на карте остальные храмы. Удачи, брат! Хочу тебя огорчать, но за нагрудник с тебя причитается больше. О-хо! Отлично, брат Ломбакс. Я пошел за нагрудником. Ты только принеси ласферы, и броня твоя. Ha!
что насилие и правда уместно? Цветастые, как первое, зато существа диковинные. Тела у них из каких-то релик давно. Они могли раскалываться на части и при этом не погибали. То еще зрелище. Эх, надо было просить больше времени. Так хочется узнать истории всех этих измерений. Третье измерение состояло из кубов. Очень умных кубов. Не знаю, что еще сказать, разве что... Я не буду делать отчет о каждом измерении, потому что осталось чуть меньше бесконечности, и пока я описываю одно, можно осмотреть 32 новых. Все, пока. Хорошая новость, дело спорится. Плохая, видимо, недостаточно быстро, потому что Кейден сказал, надо быстрее. Почему не объяснил, но голос был напряженный, так что я не спросил. Быстрее, как будто это так просто. Хорошо, что я перестал писать отчеты. Стоп, а сейчас я что делаю? Да, я собирался завязать с отчетами, но время от времени удается урвать минутку. Потому что я гений. Измерение 31Х7. Не сильно отличается от нашего, но там были такие существа. Один палил из бластера и постоянно крутился волчком, а второй сидел у него на плече и комментировал происходящее. Так хотелось с ними пообщаться. Я, наконец, придумал, как ускорить процесс. Кейден меня убьет, но в общем. Чтобы не нужно было каждый раз крутить рычаг, я переделал измеренитель. Теперь это шлем с голосовым управлением. Результат есть. А если Кейден возмутится, буду ныть здесь. Измерение 242Y8. Пожалуй, самое милое из всех. Его жители сделаны из шерсти, кажется, и они могут создавать, что захотят. И меня всюду сопровождал некто невидимый с очень приятным голосом. Это было потрясающе, но что еще приятнее? По-моему, я уже подбираюсь к последнему измерению. Завтра я позволю себе поспать на час дольше, потому что... Все, я побывал во всех измерениях, какие есть! Ху-ху-ху-ху! Не терпится посмотреть на лицо Кейдена, когда я вручу ему карту. И скажу, что я скоро снова отправлюсь по измерениям. Еще столько всего предстоит узнать. Я узнал, почему Кейден сейчас такой нервный. Случилось что-то плохое. Настолько плохое, что нужно будет спрятать ломбаксов. Сколько успеем. И получается, моя карта нужна была для того, чтобы подыскать идеальное убежище. Так что да, надеюсь, я нигде не ошибся. Это последняя запись. Если вы это слушаете, значит, вы не оказались в новом измерении вместе с нами. Что очень прискорбно. Мы пытаемся собрать всех до единого, но наши родичи раскиданы по стольким измерениям. Я не прощаюсь. Я оставил в архиве копию карты измерений и отметил место, куда мы все отправимся. Я бы очень хотел оставить вам и измеренитель, но... Я всего лишь один ломбакс. Я надеюсь, что вы отыщете дорогу. И если да, свяжитесь со мной. Меня зовут Макс. И я буду рад услышать вашу историю. Оставшиеся ласферы, и он твой. Я растроган. Ты помог нам сберечь летописи ломбаксов для потомков. Мы с братьями благодарим тебя. Это честь для меня, брат.
Гарри! Я... Отправляешься в поход? Я знаю, так волнительно! Желаю успеха! И удачи вам на станции Кидара! Как он узнал? Я сама вечно удивляюсь.